Вася, спишь, что ли? Вася! Вася! А, что такое? Поиграй со мной в мяч. Я не могу, у меня много дел. Мне надо вот, поесть мне надо, вот. Мне надо поесть. У тебя сейчас не будет время поесть. Ты сейчас постираешь белье и одежду, а я с ребенком поиграю. Конечно, да, ладно. Вот и все. Ура! Давай со мной играть. Ой, так, ну что тут из белья у нас есть? Так, а где корзинка? Вот. Значит, халат. Полотенце. Футболку. И вот это вот. Так, что еще? Ботинки. Фу. Буду стирать теперь. Оп. Что-то мне надоело уже в этот мячик играть. Мам, что? Я есть хочу. А что ты будешь? Я хочу фрукты. Держи, они как раз помогли. Завтра мы сходим в кафешку. Ну все, дорогой, постирал там? Да, дорогая, постирал. Фу, устал. Ладно, иди развешивай. А это я в туалет быстренько схожу. Ну все, дорогая, я все сделал. Хорошо, я сейчас быстренько по-маленькому и искупаюсь. Давай. Так, что мне поделать тогда? Я вообще спать хотел. Бать, вообще-то у тебя были дела. А, какие? Ты вообще-то хотел поесть. Это были твои дела. Да, только что поесть. Ну вот здесь вот макароны. Помидора, можно сказать, с кетчупом. Ладно. Свои дела я сделал, теперь могу спокойно спать. Ну ладно. А я тогда порасчесываю.